дальше что там? Аж мурашки пошли. Вы классно играете. Друзья, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить лайк, написать любой комментарий и досмотреть это видео до конца. Это нужно для того, чтобы выходили новые видео и канал продвигался дальше. Смотрим видео. Слышь, чё, это не твой брат? Похоже прям. Серьёзно, не ты тут из рекламы? Ну ты глянь, братец. А, кстати... Ну есть такое? Да. Улыбнись, подожди, вот так улыбнись и волос так же сделай, посмотрим. А мне, кстати, недавно предлагали вот в такой рекламе похоже сняться, кстати. Брат, ну сделай так же, пожалуйста. Ну. А ну-ка улыбнись. Серьезно ты, а что это такое, кстати? Это на шампуне, да? Это шампунь. Я только помню 90-е. Я 90-е помню. А, ну 90-е, да. Ну из 90-х только есть это. Солнышко, рука. Браво. Браво. Братан, сыграй что-нибудь веселое, пожалуйста, по-братски. Прям веселое. Братец, только не переключайся, пожалуйста, я прошу тебя. Я тебя искала в душе. Веселая? Да, да, да. О, давай сыграй по-братски, Цой. Ой, я тебя знаю. Я его знаю. Серьезно? Да. Откуда ты меня знаешь? Ты же это, YouTube канале там. Что я делаю? Подписан на тебя. Я на тебя подписан. Что, серьезно, что ли? Нет. Привет. Привет. Что смешного? Ничего. Смотри, как я умею. Так вот. Нормально? Класс. Видишь, как пальчик быстренько бегает? Вот. Угу. Умеешь так? Нет, не умею. Вот. Думаю, у мужчин больше практики. Знаешь эту песенку? Ты Кузнечик? Нет? Да. Ты из Москвы. Почему из Москвы? Нет? Ну, из Москвы, да, правильно. А как ты так угадала? У меня тут это приложение так показывает. А, приложение показывает, что я из Москвы? Да, да. А ты откуда? Тоже. А ты один живешь? Я? Нет. А с кем? Я живу с тремя девчонками. Да? Да. Прикольно. Да.
что-нибудь из порнофильмов? Не, только Баха играю, все. Интересно, в исполнении гитары Баха еще не слышал. Ну вот, я играю. Разрешишь, послушаю. Отрывочек. Воу. Вот так Бах звучит. Коротко, красава. Я даже впечатлился. А что еще, кроме порнофильмов? Фактор 2. Знаю, да. Пока шалава. Как там? Лава-лава-лава. Лава-лава-лава. Опять на улице. Слава, шалава, лава, 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 в отеле ждет тебя, мой лава. Шалава, лава, 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 опять умирая слава. Ну так, я как бы, я не певец. Нет, ну сам. Супер, супер. Я просто от Фактор 2 садика тащусь. Сможет эту песню сыграть? Ты как долго уже здесь сидишь? Ну так, не прям что долго. Давайте песню какую-нибудь быстро. Я здесь сижу, типа. Ну давай, жди уже, я жду. Сейчас я сыграю. Это круто. Ты там говорил, сколько ты там занимался? 7 лет? 20 лет. 20? Да, представляешь, чувак, 20 лет гитары, чтобы играть вот это. Я в шоке. Если бы я так мог, я бы там, знаешь, уже в клубе где-то под джаз играл. Ты бы уже не руками играл. Да, я бы уже ногами играл. Старого и снова, что вам? Старого. Снова. Не, старого. Нет, старого. Группа «Пятница», такое слышал? Слышал? У «Пятницы» так обычно вот такой вот стиль игры. Передаю привет Ютубу. Давай, кстати, ты мне не вошел в тот ролик. Спасибо. Прикол. Ну я монтировал, тебя помню, там у меня осталась запись. Вот. Не, типа, я слишком скучный, да? Да не скучный, но я не знаю, почему-то я тебя не выложил. Вот.
Меня забили. Ну, понятно. Поиграешь на короткую что-нибудь? Короткую? Вот. Спасибо. И то спасибо. Да, до ре ми фа сыграл. 3-4 ноты. Какой ты жадный. Да.